Привет, водный путь. Вот тот и самый нерадикальный переход. Тот и самый путь возможный в середине. Объединение с мюсюлманами. Вот. Они делают свой шаг, мы делаем наш. Это в духовном и религиозном аспекте. Надеюсь, что никто не хочет гей, педофилов и сатанистов из Украины или Запада. Объединение. Вот сказано, как они тоже будут сделать свой шаг. Мы тут наши. Остаться на то положение, которое сейчас находимся, невозможно. Запад уже сделал свой радикальный переход. Наоборот, все то возможного человеческого, во Вселенной, Всевышнего, Господнего и все, что было надо сделать. Мы должны поставить противовес. И если сможем их исправить, ну, лучше с примером, а не с войной. Вот то для семья, для религии, для духовного. Того. Потом другой вариант. Продолжаю. Для перехода. Для моста. Для пути. Другой вариант. Революция. Как всегда, она своих детей будет скушать. Многое кровь будет. А кто будет заплатить за того? Капитал. А потом он опять будет в свое право искать. Управлять все после ту революцию. И она, конечно же, если революция, а не эволюционным процессом будет. Прошлый раз 100 лет, 100 года, сейчас сколько? 10 или 1000? Опять будем в тот тупик находиться когда-то. А все то время, что мы думаем, что мы не что-то сделали, они опять нас будут проплить. И у них будет право. Потому что Господь Вселенная у них то право дает. За вся та кровь, которую мы потеряли в тот процесс. Вот. Это революция. Другое, третье. Война. Тотальная. Война, как хотел. Кто же это хотел? Вы вспоминаете, да? Кто говорил те слова? Тотальная война. Вот. Видно, что я никаким образом это не хочу. Я всего не хочу иметь. Ничего. Они, вы, всех пытаетесь как-то это опять вернуть в нашу ежедневие, в нашу жизнь, в нашего пути. Нет. Мы такую войну всемирную, тотальную, человеческую, третью мировую не хочем. Вот. А если захочем, вы знаете, что ядерный арсенал закончим раз и навсегда, может быть, не только с нами, а с вся планета. А там вот кто-то где-то это его не нравится, потому что будет и уже все те аппараты, которые мы отправили в космосе, будет воздействие на всю Вселенную. Вот. Так как остаться опять здесь, в тот тупик, на одном месте, в тот центр, все идет вокруг, время теряем, стареем, счет каждый раз. Больше и больше. То, что я вас говорю. Будь в середине. Ну, во все. Только так мы выиграем на всех фронтах. И не только мы, как русские, не только я, как здесь аватар в город Русе. Не только все людей миром, как Йордан Николаев, United Nation. А вот и те, которые меня
меня сейчас слышит где-то в нашу вселенную. У вас все понятно, что если та связь идет в то направление, а там она приезжает и к меня, и кто и как показывает меня правильным путем и правильным способом прочитать та информация, потому что те кодификации уже, вот я хочу быть очень осторожным, все слова, которые использую, конечно, они у них вот только то. Шанс небольшой, они меня покажут опять, вот, видны цветы. Но и те цветы не могу пользоваться, потом скажут, это Великобритания, блядь. А кто там может разговаривать на русский язык? Ну, конечно, та фамилия, у них связь кровная с нашей, с нашим фамилией. Ну, пожалуйста, все понятно.